Веселые, находчивые, молодые украинцы. Наведем резкость на ситуацию. Действительно, Лига смеха начинает свою работу. Начинает свою работу в преддверии чемпионата Украины по юмору. Долгое время у веселых и находчивых Украины не было своего телевизионного пространства. И вот, наконец, под флагом Лиги смеха, под флагом чемпионата Украины по юмору, это пространство наконец-таки возникло. Мы ждем в Одессе на отборочном фестивале команды КВН «Стемы». Просто веселая компания для того, чтобы сразиться в отборочных турах фестиваля за право попадания в сезон Лиги смеха, в сезон чемпионата Украины по юмору. Будет очень много нового, будет очень много нововведений, но основные принципы останутся незыблемыми. Мы призываем все команды писать самим себе, не пользоваться услугами наемных авторов. Помните, что смех – это то, что рождается естественным путем. Удачи и до встречи!